На 1,5 миллиарда рублей увеличился республиканский бюджет на этот и два последующих года. Деньги пришли из федеральной казны. На что они пойдут, об этом Ольга Пырочкина. Республиканский бюджет. Госсовет Чувашии в этом году уточняет уже второй раз. Сейчас в казну поступили 1 миллиард 453 миллиона рублей. Самая большая статья предстоящих расходов – сфера образования. При текущем уточнении предусматривается средства на строительство зданий 11 детских дошкольных учреждений. Новые детские сады появятся не только в столице. Я вот сама представляю Чебоксарский район, и вот в моем районе было очень много обращений именно с населенного пункта Большие Катрасия. К сожалению, здесь не было уже давно детского сада. Вот сегодня уже вот с учетом этого финансирования у нас решается проблема, и будет построен еще один садик. Вторая по величине статья расходов – здравоохранение. К примеру, почти 118 миллионов пойдут на капитальный ремонт больниц и поликлиник, 140 – на покупку медоборудования, 92 миллиона – на приобретение новых машин для скорой. Однако денег, как всегда, меньше, чем хотелось бы потратить. Мы считаем, что бюджет должен еще быть более социально ориентированным. Приведу пример. Мы выдвигали законопроект о поддержке многодетных семей, где предусматривалась выплата за третьего и последующих детей. Этот законопроект до сих пор не принят, прошел уже год. Мы традиционно голосуем против уточнения бюджета. Когда мы говорим о каких-то проблемах, говорят, да, проблемы есть, действительно, но давайте все равно проголосуем за принятие этого бюджета. И получается так, что можно бесконечно голосовать «за», но меняться в принципе ничего не будет. В итоге из 42 присутствующих депутатов 35 за изменения в бюджет, 5 против, еще двое воздержались. Решение принято. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.